смысле, да. Так, конечно, я хожу каждый день, гуляю с собакой. Бог, у нас нет балкона, поэтому мне все равно приходится выходить с ней. Но на самом деле я не могу сказать, что я, конечно, собакой сократила. Наоборот, с ней, наверное, гуляю побольше. И уже солнышко появилось, и мы хоть как-то можем прогуляться подольше и воздухом подышать. Другое дело, что количество людей вокруг сократилось, это радует. Вот. А так, чтобы куда-то выйти, приехать там кому-то в гости, ну, нет. Я готовилась к отдыху. Не к отпуску, к отдыху. Но, блин, чтобы вот так вот сидеть дома целыми днями и нечем было себя занять, это вообще... Потому что я привыкла в отпуске, ну, хотя бы много ходить, смотреть что-то там, хоть как-то. Сейчас просто ничего. Никуда не сходить, никуда не посмотреть ни на что, ни даже в кино, ни на выставку, ни просто погулять, потому что я решила себя полностью ограничить, я боюсь реально выйти, поэтому... К нам приходил Толя с настольными играми, или с какими? Ну, напольными тоже, можно на шпагатах сидеть, в принципе, играть. Вот, поэтому я сижу и делаю диадемы целыми сутками, понимаешь? У меня уже целая... Теперь я делаю не только диадемы, теперь я делаю гребешки. Ну, вообще, конечно, я хочу научиться делать браслеты, серьги, броши, что-нибудь такое, чтобы это могли не только люди для сцены, да, прикупить, но и обычные, потому что... Всякие безделушки, они нужны всем. Ну да, а корона, мне. Вот видишь, а в короне ходить как бы уже надо быть уверенной в себе, очень, я думаю. На карантине можно. Ну, на карантине можно, да. Да. У меня дома магазин. Да мы тебе после Кремля сделаем закуточек для магазина. После КАС такая будка будет стоять. Хотя там будет... на кутафе. Собака вообще не понимает, что происходит. Почему? Ну, все дома. Да, реально. Ей уже, по-моему, хочется побыть одной иногда. Я думаю, когда же все уйдет, все уйдут. Вот, поэтому. Ты ходишь по дому с антисептиком? Ты видишь, Никиту? Как я его берегу. А причем у Никиты респиратор есть. Да. Блесть в пачку. Меня кормит муж. Он меня вообще уже скоро не то, что кормит, а раскормит. Блинчики мне печет по утрам. Завтрак балерит. Все, я уже прекратила это, и МСК больше не надо мне. Спасибо. Лазанью делал, понимаешь, сам тесто раскатывал. Вообще просто с ума сойти. Очень хорошо готовит. Так что я вообще просто лежу. Ты на отдыхе, на отдыхе. Да, я лежу. Тафета, полезный карантин, скидывает мне книжку. Достоевского. Там, откуда он взял этот, кто ему передал, там еще, допустим, Лермонтов, то есть у всех о высоком все. И тут я просто открываю полочку свою возле кровати, которая у меня. Пелевин. Ну, думаю, пойдем. Что еще читаю? Психологию люблю читать. Вот взяла у подружки недавно две книги. Общение людьми, но еще не читала, потому что диадема это все, видимо, у меня. Американская история ужасов. Я не знаю, у меня пока второй, и я уже думаю, господи, когда она закончится. Параллельно не смотришь? Параллельно, ну, если только киношки какие-нибудь. Не знаю, у меня все последние фильмы, я их не хочу даже советовать, потому что все связано с этим карантином. Вот такое ощущение, что щиты или заносчики, какие-то там носители, господи. Вот все одни и те же фильмы. И они как на подбор, понимаешь? Сейчас, видимо, их все везде вот так в ленту впихают. Вот. И я люблю биографии смотреть. И сейчас, по-моему, но мне надо для этого время много, чтобы я могла понять, осознать. По культуре, если я не ошибаюсь. Там часто идет хорошее. Про Максимову. Хоть я уже ее биографию знаю вдоль и поперек, но все равно интересно. Это вот из последних такого. Сейчас хочу посмотреть биографию Анны Фурцевой, что-то вдруг вот.
не знаю почему. Мне посоветовали, кстати. Лежать и смотреть, это же вообще можно только и детство планировать. Бесконечно лежать и смотреть сериальчики, киношки. Конечно, ужасно скучно, я даже не представляю, когда все это закончится, как себя заставить и потом снова идти на работу. Ты не хочешь на работу? Нет, я хочу. Но ты знаешь, сегодня, вот я вчера позанималась, сегодня пришла в зал, села на шпагат, понимаю, что у меня все болит, и думаю, а, может, сегодня пропустить, а потом думаю, так, стоп, второй день, откуда эта мысль взялась? Значит, я скорее его так гонишь от себя. Потому что педагога нет, никто за тобой не следит. Хочешь — занимаешься, не хочешь — занимаешься. Потому что тоже уже перерыла весь интернет просто по продаже линолеума балетного и станков. Короче говоря, ну так, смотрю, периодически у нас практически все девчонки занимаются, растягиваются, стоят в туфельках хотя бы. Но это, конечно, все равно. В форме это держать никогда не будет. Где-то потратить 2 недели на то, чтобы войти в форму. Причем в какую-то форму, не просто в хорошую, а хоть в какую-то, чтобы я... А сколько я... в отпуске? 28 дней. Поэтому, конечно, 2 недели, это, я считаю, это ни много ни мало, но это хотя бы должно быть у артиста. А тут, если посмотреть в репертуары, если мы выходим 13-го даже, а в репертуаре уже, по-моему, 19-го, там, маленький цветочек или что-то. Как я должна быть в форме в этих? Ну, причем вторая половина сезона, она намного лучше тем, что ты уже точно в хорошей форме, и ты, ну, она продуктивнее происходит. А сейчас... Еще балетный сезон. Да, а сейчас, если мы все-таки вернемся на сцену, и там вот так будут спектакли подряд-подряд, и нам еще и перенесли, то есть это будет вообще кошмар. Я даже боюсь представить, как мы все это вытянем. Ну, может, быстрее в форму войдем, конечно, опять же. Блин, я смотрю на себя хуже педагога, знаешь. Вот так вот смотрю просто и думаю, господи, может, это зеркало такое? В другое смотрю, там еще хуже. Берите это. Что тебе нравится? Это же вообще это я готовила так Ромео и Джульетту. Прохожу, бросаю что-то. Жанна Владимировна говорит, Катя, ну что случилось? Типа, почему ты остановилась? Что ты бросила? Я говорю, я не могу на себя смотреть. Вы видели, что там происходит в зеркало? На себя показывает. Она говорит, Катя, ну я же смотрю на тебя, я же вижу, ты мне не веришь? Я говорю, нет, я вам верю, но с того ракурса у вас нормально, а у меня с этого ненормально. Короче, просто кошмар. Так что я даже боюсь представить, что будет после карантина. Будет сложно. На самом деле, я ждала этого перерыва, я... Не понимала, насколько он затянется, думаю, но даже если он будет 10 дней, 2 недели, для меня это максимум было, что я могла себе представить, и думаю, нормально. В принципе, за 2 недели я особо не выйду из формы, я отдохну, потому что у меня было много спектаклей, работы и всего-всего наслоилось. Мне хотелось уже эмоционально отдохнуть от всего. То сейчас я понимаю, что границ-то нет никаких, и когда это закончится, месяц еще мы будем сидеть, а может и 2. Такое семейное лето у нас должно было получиться, потому что хотели съездить домой к моим родителям в Владивосток, потому что Никита еще не со всеми родственниками моими познакомился, ну там плюс море. Поэтому, чтобы не особо было затратно, мы решили провести вот так. Ну, чего хотела съездить в Новороссийск, в другую сторону на море. Там у меня родился крестник. Кристина по скайпу. Да. Ну, конечно, сейчас здоровье надо пожелать всем. Потому что болеть всегда страшно. И обидно, и неприятно. Сейчас вообще такое время какое-то... непонятно. Надо беречь себя, своих близких. Ну что еще? Еще желаю вам приходить к нам на спектакли. Денег много, чтобы тратить их на билеты на наши спектакли. Встречу в театре. Надеюсь, до скорой.